Всем добрый день! В этом видео хочу вам рассказать о таком средстве, как диатомит. Что это такое, как его применять и какую пользу он приносит нашим комнатным цветам и растениям. Диатомит имеет природное происхождение. Это отложение диатомовых водорослей, древних водоемов. Оказывает на растения следующие положительные действия. Защищает цветы от грибных инфекций, плесени и от насекомых, в том числе мошек. Достигается это благодаря тому, что диатомит поглощает влагу из покрова вредителей, что приводит к их гибели. Следующее его полезное свойство – это задержание избытка влаги и полезных минеральных веществ. Накапливая себе вещества, он равномерно со временем отдает их растениям. Кроме того, диатомит сам содержит минеральные вещества, такие как кремний, железо, кальций, магний, калий, натрий, которые укрепляют корневую систему растения, повышают его иммунитет, защищают от стрессов, помогает справиться с хлорозом, пожелтением, укрепляет стебли и листья, что способствует здоровому росту и пышному цветению. Диатомит можно добавлять при посадке и пересадке цветов в соотношении 1 к 5 с почвой. А чтобы избавиться от мошек и других вредителей и одновременно подкормить растения, делаем так. Подсыпаем в горшок, равномерно распределяя по поверхности земли, после чего слегка взрыхляем. Затем чуть утрамбовываем и снова подсыпаем, чтобы диатомит был на поверхности земли. На литровый горшок у меня ушло в итоге где-то 3 чайные ложки или 1 столовая. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.